получается ресепшн нашего хамама. И получается здесь курящее место после хамам, после бани. Получается соленая комната. Здесь прям. Получается чистые два разных душ. Получается это сауна. Прям чистые. Получается, бухарудаса как по-русски не знаю. А, паровая комната. Да. Паровая. Паровая комната. Здесь дым. Просто дым. За 5 минут все дым бывает. Здесь пейлинг делает. Пейлинг. Здесь делает турецкий хамам. Шаум массажа. Шаум здесь на пакете внутри. Здесь продолжают девчонки. Понятно. Это все делают девчонки. А у нас сильнее девчонки. А девчонки турецкие? Турецкие есть, индонезия есть, русская есть. Здесь два, здесь душ тоже есть, туалет тоже. Ну, понятно. Если все. Алло. Если вы хотите вдвоем массажа, пожалуйста, внутри жагузи и два ваша массажный салон. На двоих можно. И продолжаем. Это по одному комната для массажной. Понятно. Вот такой. И это место после хамам не курящее место. Abi göndereceğim. Bir yoğunluğumuz var da göndereceğim. Canını yediğim. Göndereceğim. Anladım. Gönderiyorum abi şimdi. Вот это раздеваться место по одному. Каждого человек, один человек. Комната. Вот такой все комната по одному раздевающий место. Вот. И продолжаем. Все заканчивается. Потом сюда приходите, оплачивать деньги. Здесь тоже меню наше. Если хотите по-разному массаж. Вот это турецкий, это английский. Дезинфекция у нас вообще сертификат вообще есть из-за того, что за корона все сертификат. Ну, так, значит, 2,5 часа комплекс стоит 150 тысяч. Наличкам. А вообще, если на картах, 170. 170, понятно. Да. До свидания. Не попрыгать. Много народу в отеле? А? В отеле отдыхающих много? Сейчас 3 комнаты пустой. А, 3 комнаты. То есть здесь пустой, занят отель, да? Да, все занят. Просто сейчас люди находятся на пляже. На пляж? Вот, смотрите, отсюда вот можно, там детский бассейн. Ага. Здесь нормально, когда его включаешь, он все отравляет вода. Ага. Да. Ну, понятно. Ладно. Ну вот, отель Blue Garden Hotel. Blue Garden называется. Да. Ну, это такой скромный ресепшн. Отель очень даже ничего. Такая вот замечательная киса. Поселилась. Опухоль, но иногда перерастает в злокачественную, поэтому медики советуют ее удалить. Она немножко стала больше, бывают изменения в цвете. Но Михаил не ожидал, что за удаление папилломы размером со спичечную головку в поликлинике попросят десятую часть его зарплаты. Удаление платное процедура. Стоимость 5600. Стоп, но он же все проверил. На сайте правительства России любому доступен вот этот документ. Вы и сами наведите камеру смартфона вот на этот QR-код, чтобы убедиться. Вот же, четко сказано, что в государственных медучреждениях новообразования должны удалять
бесплатно. Но руководству поликлиники об этом будто неизвестно. Почему у вас требуют с людей деньги? Я прошу вас выключить камеру. А у Вероники...